В библиотеке Видновской гимназии Светлана Цуканова трудится уже 31 год, практически с самого открытия. Именно благодаря ее стараниям за это время из двух стеллажей с учебниками удалось создать разнообразный библиотечный фонд в 7 тысяч экземпляров. 90-е годы было очень тяжело, но мы покупали книги на развалах, у пенсионеров, нам приносили в дар. Вот, и вот так вот потихоньку эта библиотека сложилась. А 2 года назад из основного здания гимназии библиотека переехала в новый корпус, где получила светлое просторное помещение. С этого момента и началось ее превращение в современное культурное медиапространство. Приходят дети, они делают здесь домашние задания, здесь проводят квесты, интеллектуальные игры, вот, библиотечные уроки, викторины. Детям здесь очень нравится, здесь комфортно, здесь уютно и здесь свободно. Также здесь проводятся различные выставки и развивающие занятия. Ребята из 3-го А, к примеру, частые гости библиотеки. Мы приходим раскладывать книги, приходим интересоваться новинками, которые существуют. В библиотеке в нашей проходит много интересных конкурсов. Библиотека для нас – это место творчества, где возможно осуществление каких-то идей за рамками школьной программы. Но библиотека – это, конечно, прежде всего книжная сокровищница. Светлана Цуканова рассказала, что чаще здесь бывают старшеклассники и ученики младшей школы. Ребята предпочитают фантастику, школьную прозу и детские научно-популярные журналы. Заходила за домовенком Кузей и тоже за Винни-Пухом. Фантастика. Почему? Ну, потому что это интересно. Так, потому что обычно такого не существует, и в реальном мире этого не увидишь. Сама же наша героиня обожает классику Пушкина, Чехова, Джека Лондона и старается прививать любовь к чтению и детям. Когда с детьми работаешь и не стареешь. Потому что постоянно с молодежью, постоянно с детьми. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.